Сегодня все песни исключительно про любовь. Будет звучать. Сырой домик, но мы в поле. Дошли к новоему
На самом деле, спасибо за то, что вы все пришли, за то, что Макс поддержал эту идею концерта. Концерт родился спонтанно. Просто когда я захотел поддержать своих друзей, которые поют на этом замечательном языке, которые я очень люблю, потому что очень много хороших музыкантов, настоящих хороших музыкантов говорят на этом языке и поют на этом языке, и поют как. Я захотел просто сделать такой концерт и поддержать тех, кому это не безразлично. Вне политики, вне каких-либо убеждений, независимо от того, кто во что верит. Просто хотелось, чтобы люди лишний раз спели на этом прекрасном языке, спели песни о любви, спели о том, что их волнует. И я хочу представить вам нашу следующую гостью. Это актриса, певица, модель Лина Игматуллина. Она споет очень красивую песню. Я буду с тобой, иди ко мне. Я буду с тобой здесь, рядом. Она споет очень красивую песню про любовь. Это называется «Чарена скрипка». Я хотела бы, если вы позволите, сказать пару слов. Огромное вам спасибо, что вы пришли.
Огромное вам спасибо, что вы сегодня здесь. Это так много значит, я думаю, для всех, кто причастен, потому что это действительно начиналось со светлой идеи, с одной только мысли, с чего всегда все начинается. Спасибо вам огромное, что потерпели меня. Я совершенно не профессионал, я актриса. И то, что сейчас было, я так переживала, вот режиссер не даст соврать. Простите, если что не так. Огромное вам спасибо, наслаждайтесь. Сегодня будет потрясающий вечер. Спасибо. Следующую песню мы решили сделать в таком неожиданном варианте. Надеюсь, вам очень сильно понравится. Yeah.
ты взяла моё житие и навигала, а то ты выпила мою кровь и пьяную пола, а твой ключ хочет меня ведут за собой, куда ты и кем бы не была. Нашли благодаря, между прочим, этому концерту. Вот. А следующая песня называется «Друг». Як ти колись сказав ти мені, страти твоїм човном. Як ти колись, то взяв би я тебе і на волю поплив. Як би коли сказав ти мені стати тінню вночі. Як би коли сказав, я б не спав, за тобою ходив. Тайною жив би я. Буду завжди, ти так і знай, другом твоїм.
ночью тебе. Ти так і знаєш, хоч би на мить, ну і нехай. Спасибо большое. Ну что, самое время представить нашего следующего участника или участницу. Это очаровательная Алина Филиппова. С очень-очень красивой народной песней, заметьте, народной песней украинской. Вот она. Як я вся красная. Добрый вечер, дорогие друзья. Песня действительно очень красивая. Когда я ее услышала, уже начала плакать. Сейчас, надеюсь, не буду плакать. Я карась и красна. Я мило познала, а як я
Филиппова с очень красивой песней. А следующая девушка я называю «Девушка огонь». Если вы посмотрите свое выступление, вы поймете, почему я так говорю. Это замечательная вокалистка, у которой сейчас очень-очень важный период. Я вас призываю всех поддержать ее, потому что у нее сейчас как раз клип на Первом музыкальном. Все помню, все запоминаем сайт Первого музыкального, у нее там сейчас клип. Ей нужны ваши голоса, ваши лайки и все остальное. Это Ася Пивоварова. Ася Пивоварова. Ее песня называется «Город. Одиночество». Правильно? «Одиночество. Город». Ну, я вас оставляю с огнем. Добрый вечер. Как-то вот этот микрофон мне больше нравится. Еще раз хотелось бы сказать о том, что этот концерт мы посвящаем дружбе, по сути, даже не разных народов, потому что исторически мы просто один народ. И то, что сейчас пытается исторически нас разъединить, это этому не стоит верить. Просто, ребята, давайте просто жить дружно, будем вместе. Россия, Украина, равно дружба. Я, с вашего позволения, спою одну песню на украинском языке. Это прекрасная песня «Я так хочу до тебе». А вторая песня — это моя авторская на русском. Поехали. Yeah.
хочу сказать. Только любовь нас спасет, и только открытость наших сердец друг к другу. Только это, больше ничего нет. Следующая песня, это песня моя авторская. Она называется «Ой, мама». И слова у нее крайне просты. Вы сейчас сами все поймете, и я надеюсь, что поможете мне спеть ее. «Ой, мама». По традиции посвящается всем понаехавшим в город Москва. Особенный человек, потому что, во-первых, это прекрасный дизайнер. Если вы когда-нибудь видели, чтобы наши звезды выглядели как люди, это я шучу. Если вы когда-нибудь видели, что наши звезды выглядят так, что у них хороший крой, хороший цвет подобран, и они соответствуют всем мировым стандартам, которые могут быть вообще, чтобы выглядеть артисту презентабельно, знаете, что это делал рок Ализы Толкачевой. Но сегодня она у нас в качестве, совсем другого качества, она в качестве поэтессы, потому что для нее это очень актуальный концерт, как мы решили. Это, кстати, еще
Ну и еще один хороший плюс гаджетам и всему остальному, Фейсбуку, потому что как бы я имел честь стать ее другом на Фейсбуке, и вот вы здесь. И я безумно рад. Так что я передаю микрофончик вам. Добрый вечер. Спасибо большое всем, кто добрался. Вы знаете, я настолько тронута, что я очень боялась, что многие, ну, все-таки каким-то образом найдут повод не приехать. И мне очень понятно те волнения, которые происходят в душе тех, кто выбирает позицию немножко нейтралитета, потому что, знаете, когда наверху что-то происходит, какой-то цунами, мы все равно это чувствуем. Чувствуем по-своему, чувствуем сердцем, чувствуем нервозностью, чувствуем плохим сном, чувствуем тем, что мы срываемся на близких. Чувствуем тем, что мы начинаем бояться там, где бояться не надо. И это такая первая ласточка того, что... Подбираю слова. Первая ласточка того, что можно, в принципе, действительно, отойти на несколько шагов в этой ситуации назад. И это тоже будет понятно, да, потому что у многих семьи, у многих бизнес, многие хотят карьеру, у многих дети. И мы помним генетически, что лишний раз какие-то вещи лоббировать, поддерживать может быть опасно. Я хочу подчеркнуть, что на действительно вечер любви, дружбы. Спасибо большое, кто-то машет нам, кто-то уходит, к сожалению, уже. И я бы хотела прочитать стихотворение. Стихотворение посвящено моему любимому городу Киеву. Поскольку вечер признания в любви, языку, песням, артистам, нашей дружбе, нашей душе, которая у многих находится на Украине, многие переживают. Я, к сожалению, прошу прощения, не выучила стихотворение на память. Мне очень тяжело давались всегда стихотворения выучить на память. И особенно, когда мне сказали, сейчас еще поясню, что меня вогнало в ступор вообще окончательно. Я не сказала, правда, сразу об этом. В 8 классе, значит, вместо того, чтобы учить уроки, мы, значит, бегали в пионерскую организацию, значит, брали какие-то на себя обязательства культмассового сектора и готовили какие-то программы выступать на концертах. И, значит, мы выучили стихотворение с моей одноклассницей. И должны были читать стихотворение со сцены. Куплет, строчку «она», строчку «я», строчку «она», строчку «я». Серьезное стихотворение, сидела, значит, вся школа перед нами, не только наши одноклассники сидели, директор, завуч и так далее, еще были приглашенные из других школ. И вдруг, когда я должна была начинать читать стих, начала играть импровизированная музыка. То есть в самом хорошем, как бы, намерении наш руководитель решил, значит, сделать музыкальное сопровождение, и меня замкнуло. И я стою, она одно вступление, второе вступление, третье, и я понимаю, что я ничего не помню. И чтобы как-то скрасить вообще мое одиночество, мою паузу, моя, значит, одноклассница начинает читать вторую строчку, четвертую, шестую, восьмую и так далее. Это было какое-то непонятно что. И потому я страхуюсь и буду читать с телефоном. Еще раз прошу прощения за такой примитивизм. Да, спасибо. Здесь сидит мой сын и говорит: мам, 2 минуты позора, и ты как бы сядешь с нами. Здесь сидит моя мама любимая. Я пришла с семьей. Вот. Спасибо. Сейчас. Годы. Все садится. Все переворачивается. Вы знаете, Киев для меня особенный город. Киев — это город моего детства, моей первой любви, моих школьных открытий, моих студенческих открытий. И для меня это, конечно, особая атмосфера. Москва — это город моего становления. Здесь я стала дизайнером, известным дизайнером. Здесь я реализовала себя, здесь я родила сына, здесь я встретила очень много больших замечательных людей в моей жизни, которые мне явились для меня учителями. И тем не менее, сейчас этот стих я посвящаю Киеву. Он называется «Мои сны в
географии Киева. Мои сны в географии Киева, в моих первых знакомых дорогах и в любимом соборе Софиевском, знавшем радости и тревоги, в ощущениях первой влюбленности, в чувствах драмы и чувствах боли, в переездах души, сложностях, от свободы и до неволи. Мои сны о желанном и чувственном, о любимых местах и аллеях, запечатанных памятью сгустками о тебе и о том, что жалею. Мои сны о забытом и взорванном, от раскатов грозы и грома, о непрочном и глупо порванном, как отъезд из родного дома. Мои сны о тепле и зелени, о Днепре при любой погоде и о ярком, живом намерении быть собой, естеством, природой. Спасибо большое. Спасибо, что вы приехали. Вот такая у нас минорная нотка. Светлая грусть. А сейчас хочу представить очень-очень крутую певицу. Очень крутую певицу. Не машинной рукой. Оксана Целихова, друзья. Вокалистка, участница проекта «Голос». Она очень скромная. Расскажи, что ты будешь петь сама. Давай. Спасибо тебе. Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. Я спою авторские произведения свои на украинском языке. Благодарю Макса за то, что он пригласил всю команду. Здравствуйте, с кем-то знакома. Только Оксана, начинайте, друзья. За любовь, за дружбу. Подписываюсь под всем, что сегодня сказали. Хочу тримати тебе за руки, зустріти твій погляд, відображені звуки, летіти з тобою у мріях по небу. Бажаю тебе і не можу без тебе. Люблю, скажу. Твою.
Мы все сильны, мы прощаем них.
Андрека. Оксана Селикова. Оксана Селикова. Вот такая у нас Оксана Селикова. На самом деле у нас есть еще один особенный гость. Человек, про которого я всегда знал, что он гениальный танцор. Гениальный танцор. Но к своему стыду, мне очень стыдно. Я его как певца открыл только на позавчерашней репетиции. Так вот, я хочу вам представить очень интересного артиста. Я думаю, у него не просто большое будущее, а большое продолжение его большого будущего. У него большое прошлое. Ну, как вариант, да. Вот. Я хочу вам представить Андрея Лебедева с его наипозитивнейшей программой. Кстати, он будет представитель от России, и песни будут все на русском языке. Но авторские. Оставляю. Добрый вечер. Нас объединило сегодня недоразумение, мне так кажется. Ну, если недоразумение объединяет, я за эти недоразумения. Потому что, в принципе, хотелось бы, чтобы всегда так и осталось. И у меня очень много друзей на Украине, в Украине, я уж не знаю, как правильно, которые мне всегда говорят: Андрюха, приезжай, поедем на Бугас, выпьем Хортица, все будет клево. А я им, в свою очередь, говорю: ну, приходите вы в гости. Но сейчас я спою песню о любви. Она мне очень нравится, мне кажется, она очень красивая. Надеюсь, что вам она тоже понравится. Я искал и тут, и там, и я гадал по голосам, доверял своим слезам. Говорили, не найдешь, не дождешься и уснешь, и ищешь, что не зная сам. Поделились сердцем, поделились сердцем.
Спасибо, друзья. А вот теперь долгожданная песня. Она, мне кажется, очень символична для сегодняшнего вечера. Да, кстати, последняя. Приходите в гости. Друзья, приходите в гости. Построен на песке, он призраков фантом. И хорошо ли будет тем, кто поселится в нем? Там красота, там каждый час творятся чудеса. Там вместо ванны океан, вместо ковра леса. И никому не скучно днем, а ночью всем тепло. Вместо стен там у меня прозрачное стекло. Все комнаты оформил друг, как года времена. И с лета можете шагнуть туда, где спит зима. Эй, да приходите в гости, милости просим. Милости нет сюда. Все нам на свое просте. Во вселенной, где сбываются мечты, где нет обид и за собой никто не жжет мосты. Там нечего терять и все возможно обрести. И все, что любишь, можешь там для вечности спасти. Когда молчат слова и не спешит рассвет, прекрасная возможность. Да. Символическая песня. Или может не надо? Символичная. Или символическая. Плохо просите. Друзья, мне кажется, будет самым уместным эту песню спеть вместе, ну хотя бы сымитировать. Там очень простая фраза для хорового пения как раз. Знаешь, тональность. Ты сейчас будешь тренинг проводить людей. La 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 la.
Подойди к другому столику. Мне кажется, сейчас можно альбом записать. Шнур не затянется. Попробуем. Ну, а почему нет джем? Под ваши аплодисменты, если Пивоваров.
Данил Федоров. Да, друзья, спасибо, что вы были вместе с нами. Спасибо, что мы были друг с другом. Это клево. Спасибо Максу Дорбеко за идейного вдохновителя наших вечеринок. Я думаю, этот аванс, который вы нам даете своим присутствием, мы работать будем с каждой недели все круче и круче. И это, в конце концов, станет опять культовым мероприятием. Ура, друзья! Андрей Левин, друзья! Гениальный! Ну что ж, нам пришло время сказать вам до свидания, потому что я думаю, что наши встречи еще будут, и будут еще круче, еще лучше, и по самым-самым позитивным поводам мы говорим вам до свидания, желаем вам всего самого-самого хорошего. Спокойной ночи, друзья!